Ну вот подошло время второй перегонки. Я поменял бак и колонну. Теперь у меня вот кега такая. Тоже с тэном. Тэн вот здесь резан. Он из нержавейки. 1,5 киловатта. Кега на 30 литров. Это у меня вот колонна такая. Где-то метровая. Первый сухопарник. Второй сухопарник. Вот хочу поэкспериментировать с углем, попробовать. Ну и мой охладитель. Такой же, как и в том. Ну вот, сейчас уже 2 литра. Где-то крепостью 70. Ну, автоматика я поставил на 89 градусов. Соответственно, это уже голову я брал и уже отбираю тело. Также печка. Печкой подтапливаю и нагреваю тэном. Колонна. И 2 сухопарника. Вот получилось только у меня 40-градусный напитка после 2 дней перегонки в первом кубе и во втором уже в более качественном выражении со сухопарниками, с колонной получилось где-то 8 литров 40-градусного напитка. Это мой результат.